Во время ремонта металлургического оборудования основной акцент делается на ревизии всех механизмов и станков линии. В этот раз отремонтировали 4 резьбонарезных и 2 трубоотрезных станка, предварительную и силовую муфтонавертки, гидропресс. Старший мастер участка отделки труб Виктор Березов подчеркивает, что такие ремонты должны проводиться не реже 1 раза в 5 лет. Больные точки мы укрепили, то есть сократится межремонтная работа линии. Просто мы избежим тех простоев, которые копились за 10 лет. Вот я повторюсь, состояние коллектора гидропресса. Ну, много было точек, которые необходимо было восстанавливать. Так что, то есть объемы должны просто вырасти. Но компания от нас это требует, и мы обязаны это выполнять. Вместе с цеховыми и заводскими службами в модернизации линии участвовало реструктуризированное предприятие «Полевской технический сервис». Старший мастер по ремонту оборудования ПТС Сергей Краснов рассказывает, что их специалисты воплотили в жизнь более 10 технических решений, что значительно укрепило оборудование линии. Основным стал ремонт испытательного гидропресса, детали для которого изготавливали сами. Оборудование установленное показало себя с наилучшей стороны. То есть это захваты были установлены, испытательной головки. Также был применен модернизированный плунжер на воздухоспускном клапане. Еще на одном из главных агрегатов линии, вязальной машине, проводилась реконструкция. Усовершенствованная электрическая схема управления позволила сократить энергопотребление и повысить надежность ее работы. 9 июня обновленная поточная линия была запущена в эксплуатацию. Лидия Соколова, Сергей Чижов. Новости «Твой день».